Трое украинцев среди лауреатов Кубка Европы ФИБА. Три украинских баскетболиста претендуют на звание лучших в своих номинациях. ФИБА начала голосование по определению лучших игроков сезона в Кубке Европы. В номинации «Лучший центровой» среди претендентов игрок сборной Украины и итальянского Авелина Кирилл Фисенко. Поддержать его можно по этой ссылке. В номинации «Лучших молодых игроков 1996 года рождения» и младший сразу два представителя Южнинского химика, Илья Сидоров и Сергей Павлов. Напомним, Авелина Фисенко вышел в финал турнира, где сыграет с соперниками по чемпионату Италии из Венеции. Химик завершил выступление на групповой стадии, одержав одну победу в шести матчах. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.